Здравствуйте! Сегодня мы ведем репортаж из сада живых бабочек. Нас пригласили в настоящий уголок тропического рая. И вот мы здесь. Бабочки – это что-то порхающее, волшебное, сказочное, воздушное. А кроме бабочек, здесь есть рыбы, раки, птицы и сногсшибательные попугаи. Давайте посмотрим. Главное, чтобы у них была еда, и у них был температурно-влажностный режим для их оптимальной жизнедеятельности. Они едят любой нектар, сок вот слишком спелых, таких вот сильно спелых, не гнилых, но очень спелых фруктов, ягод. Так как их нам присылают в начальной стадии окукливания, поэтому они здесь некоторые немножечко подольше, да, могут, допустим, неделю здесь провисеть, да, кто-то дней 10, кто-то там 5 дней, ну вот. В зависимости от того, на какой стадии развития куколка. Мы сюда стараемся выбирать те растения, которые не ядовитые для птиц. Потому что птички, они, видите, как они не только веточки клюют, но и листики, да, и иногда приходится заменять растение, потому что оно просто съедается.